Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и я рада приветствовать вас на канале «Вяжем красиво». Сегодня я предлагаю вам связать вместе со мной вот такое красивое детское боди для девочки. Оно рассчитано на возраст от 9 до 12 месяцев. Вяжется легко, единым полотном, снизу вверх, сшиваются только плечевые швы. Вязала я из акриловой пряжи турецкого производства фирмы Yarn Art Baby. Цвет нежно-коралловый 622. Состав, как я и сказала, 100% акрил. В 50 граммах 150 метров. Расход на такую модель составил 2 с небольшим мотка. Вязала я круговыми спицами на короткой леске размером номер 4. Также мне понадобилось 4 пуговицы, маркер для обозначения начала ряда и крючок для того, чтобы спрятать хвостики пряжи. Что касается размеров готового изделия, длина изделия составила 44 сантиметра, ширина грудки 23 сантиметра, высота проймы 14 сантиметров. Если вам понравилась данная модель, присоединяйтесь, давайте свяжем ее вместе. На спице обычным классическим способом я набрала 20 петель. И теперь приступаю к вязанию. Вязать я буду изнаночными петлями и в лицевых, и в изнаночных рядах. Первую петлю я снимаю, завожу нить перед работой, как бы обвиваю петельку и продолжаю вязать изнанкой. Последнюю петельку в ряду я тоже буду провязывать изнаночной петлей. Для того, чтобы у меня был красивый край, я последнюю петлю и первую буду как бы обвивать рабочей нитью. Разворачиваю вязание, завожу рабочую нить перед работой. Первую петельку снимаю, кромочную, и дальше опять продолжаю вязать изнанкой. Вяжу таким образом до тех пор, пока с лицевой стороны у меня не образуется 3 изнаночных или по-другому платочных дорожки. Вот пока с лицевой стороны, лицевая сторона у нас вот эта, видите, косичка проходит. Вот не будет 3 вот таких изнаночных дорожки. Вяжем самостоятельно, встречаемся потом. Вот посмотрите, 3 дорожки изнаночных провязаны. Теперь я приступаю к вывязыванию отверстий для пуговиц. У меня их будет 3. Первую петлю снимаю. Дальше провязываю 2 изнаночных, затем 2 вместе изнанкой делаю накид. Дальше 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Дальше делаю накид, 2 вместе изнаночной. 4 изнаночной. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе изнаночной. И последние 3 петли довязываю изнаночными петлями. Разворачиваю вязание и изнаночный ряд, включая накиды, провязываю изнаночными петлями. В
После этого также продолжаю без изменений вязать и лицевые, и изнаночные ряды изнанкой. Вот посмотрите, если мы посчитаем от начала нашего вязания, то я провязала 6 изнаночных дорожек платочных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь я приступаю к прибавкам. Как вы помните, мы с вами набирали 20 петель. Так нам надо теперь, чтобы у нас образовалось на спице 60 петелек. Что мы будем делать? Прибавки будем выполнять только в лицевых рядах. Обращаю ваше внимание, лицевая сторона, еще раз я вам акцентирую ваше внимание, вот с этой косичкой внизу. Изнаночная выглядит совсем по-другому. Итак, с лицевой стороны делаем в каждом ряду прибавки. В изнанке прибавки делать не будем. Первую петлю снимаем. Далее провязываем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Делаем накид. Накид я советую вам делать от себя вот таким образом. Будет удобнее провязывать в изнаночном ряду. Дальше вяжем также изнаночными петлями, не довязывая последние 4 петли. Вот на спице на левой 4 петельки. Опять делаю накид от себя и оставшиеся петли провязываю изнаночными. Лицевой ряд готов. В изнаночном вяжу без прибавок, первую петлю снимаю и накиды провязываю изнаночными петлями в том числе. Вот я дошла до накида, подцепляю за заднюю стенку, провязываю изнанкой. Вот мы прибавили с вами 2 петли, одну в начале ряда, одну в конце. Сейчас у нас на спицах 22 петельки. Дальше вы вяжете точно по такому же принципу самостоятельно, делая прибавки только в лицевых рядах с обеих сторон, до тех пор, пока на спице не будет 60 петель. Смотрите, вот следующая прибавка. Первую петлю снимаем, опять 3 изнаночных. Делаем прибавку и довязываем изнаночными до последних 4 петель. Вот 4 петли на левой спице, прибавка и довязываем ряд изнаночными. И вот у вас образуются вот такие дырочки по бокам будут образовываться. Так, сейчас вы работаете самостоятельно до тех пор, пока не будет 60 петель. Итак, я провязала высоту с прибавками до тех пор, пока у меня на спицах образовалось 60 петель. Теперь мне нужно связать вторую половинку, точно такую же, только без дырочек. Вяжем по такому же принципу, провязываем 6 рядов платочной вязкой без отверстий для пуговиц с такими же прибавочками. Тоже до тех пор вяжите, пока не образуются 60 петель. И дальше, когда обе половинки будут связаны, вот она собрана у меня на дополнительную спицу. Вот видите, она такая же, без дырочек только. Мы начинаем объединять наше вязание в круг. Провязываем сначала петли с одной спицы и присоединяем вторую половинку. Как это сделать, я вам сейчас покажу. Значит, вяжем первую часть, а дальше присоединяем.
Вот смотрите, я подхожу к окончанию ряда, делаю вот такой накид один, затем беру петли с другой спицы, этот накид, который я только что сделала, переношу на левую спицу. Так, еще разок. Накид. Переношу его на левую спицу и провязываю его, подтягиваю ниточку, провязываю его с первой петлей вместе изнанкой. Нить подтяну, чтобы вот здесь было поплотнее. И дальше вяжу. Вторую ниточку тоже подтянула, заднюю, которая была обрезана. И дальше вяжу точно так же до конца ряда изнаночными петлями. Точно так же в конце ряда я делаю накид. Объединяем наше вязание в круг. Последнюю петельку с правой спицы переснимаю на левую и провязываю ее и сделанный накид вместе изнаночной петлей. Провязанную петлю переснимаю на левую спицу, перед ней надеваю маркер. Это будет считаться началом ряда. Дальше мне нужно продолжить вязание точно такой же платочной вязкой. Вязать я буду по кругу, поэтому теперь мне придется чередовать лицевые и изнаночные ряды. Значит, следующий ряд я начинаю вязать до маркера по кругу лицевыми петлями. А потом я провяжу ряд изнаночными. Итак, чередуя лицевые и изнаночные ряды, у меня получится опять платочная вязка, той, которой я и вязала. Вяжите дальше самостоятельно, и я с вами встречусь, когда нужно будет перейти к основному узору. После того, как я объединила наше вязание в круг, я в высоту провязала 22 платочных дорожки или 44 ряда. Теперь я буду переходить к основному узору. Маркер начала ряда. Узор в ширину будет составлять 5 петель, в высоту 6 рядов. Вяжем первый ряд. Первая петля изнаночная, дальше 3 лицевых. Изнаночная. Еще раз повторяем. Изнаночная, 3 лицевых, изнаночная. Изнаночная, 3 лицевых, изнаночная. И так вяжем до маркера. Довязываем ряд 3 лицевых и заканчиваем одной изнаночной. Далее провязываем 3 ряда в высоту, так как смотрят петли. То есть изнаночная, 3 лицевых. Дальше 2 изнаночных, 3 лицевых. Вяжите по рисунку еще 3 ряда в высоту. Четыре ряда провязаны, переходим к пятому ряду. Первая петля изнаночная.
Дальше у нас идут 3 лицевых. Третью петельку мы перекидываем через 2 впереди идущих. Дальше провязываем лицевую, делаем накид, лицевую. И у нас опять образовалось 3 петельки. Дальше 2 изнаночных. Третью лицевую перекидываем в начало. Лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночных. Еще раз повторяю. Третью петлю перекидываем. Лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночных. И так вяжем до маркера. И шестой, последний ряд нашего узора в высоту вяжем следующим образом. Изнаночная, лицевая, накид провязываем лицом и еще лицевая. И возвращаемся к первоначальному виду петелек наших, как мы начинали этот узор. То есть вяжем все по рисунку, накиды провязываем лицевыми. Так вяжем по кругу до маркера. Итак, первый раппорт узора в высоту у нас готов. Повторяем его еще 2 раза. То есть вам нужно провязать еще 12 рядов по такому же принципу в высоту. После этого мы с вами перейдем к закрытию пройм. Итак, смотрите, я вяжу 6-й ряд нашего раппорта. Не довязываю 5 последних петелек до маркера. Это будет начало проймы. Я их сейчас закрою. Вот таким образом. 1, 2, 3, 4. И точно так же я закрываю дальше 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Всего я закрыла 10 петелек. Дальше я провязываю, начинаю вязать ряд, раппорт по новой. Вяжу, как смотрят петли. Только отсчитываю при этом 50 петелек. Значит, у меня получится сейчас. Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так вяжите, когда у вас получится 50. Вот 50 петель провязаны, но для того, чтобы у меня была симметрия, я провяжу еще одну изнаночную. И дальше я буду закрывать также 10 петель. Закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И продолжаю опять вязать по рисунку. Это у нас первый раппорт, следующий раппорт, первый ряд. Вяжу до того места, где мы закрывали с вами петли для проймы. Вот я довязываю этот ряд. Последняя петелька у нас изнаночная. Так, смотрите. Дальше я буду вязать поворотными рядами. Вязать я начну первой
перед. Чтобы перейти мне к переду, мне надо еще раз. Или давайте нет, у нас с вами спинка. Будем вязать спинку, не будем трогать перед. Перед потом свяжем. Вяжем спинку поворотными рядами, соблюдая наш рисунок. Разворачиваюсь и вяжу, как смотрят петли. Это у нас второй ряд нашего раппорта. Работаете только с петлями спинки. Настало время переходить к застежке на спинке. Давайте посмотрим. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5 переплетений от начала нашего узора. Теперь делаем следующее. У нас на спицах с вами 50 петель. Я сейчас буду вязать правую часть на 30 петлях, а 25 я пересниму на булавку. Для чего я это делаю? Почему именно так? Это потому что, когда мы будем еще набирать 5 петелек, у нас как раз получится по 25. Поэтому сначала провязываю 30, потом работаю на 20, добавляю 5 петель. Так, булавочку готовим. Начинаю я вязать опять с нового раппорта. То есть считаю 30 петель по рисунку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Мне нужно 30, да? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Так, 25. А последние 5 мне нужно будет провязать изнанкой. Раз, 2, 3, 4, 5. Это наша будет полочка. Такая планочка проходить. Так, оставшиеся вот эти петли 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20 я переснимаю на булавку. Далее работаю по рисунку. Первые 5 петель провязываю всегда изнаночной. То есть первую снимаю, а дальше 4 изнанкой. 1, 2, 3, 4. Это наша планка. А дальше все по рисунку, как он идет. Это второй ряд нашего раппорта. И дальше вяжем, как и вязали первоначально, начиная наш рисунок. Вот я довязала полочку. Если посмотреть, у меня получилось 12 вот таких платочных дорожек. Полочка моя одна готова. Поэтому я сейчас беру и петельки, эти 30 петель, на которых я вязала, я их закрываю обычным классическим способом. Не стягивая. Итак, полочка одна закрыта. Теперь я переснимаю петли с булавки на спицу. У меня их 20. Но мне нужно, чтобы их было 25. У меня полочка должна перекрыть вторую, как бы, полочку, да? Поэтому я
поднимаю. Раз, два, три, четыре. И вот эту пятую, наверное, возьмем. Давайте вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Надеваю их на левую спицу. И теперь первые 5 петелек я буду провязывать всегда изнаночными. Сейчас я это и сделаю. Ниточку присоединю. Так, значит, первую петельку пока вот таким образом. Хвостик побольше оставляем. Потом он спрячется с обратной стороны. И провязываем изнанкой. 3, 4, 5. А дальше все по рисунку. Это у нас опять новый раппорт, первый ряд. Единственное замечание в этой полочке. Нам нужно будет с вами сделать отверстие для пуговиц. Так, значит, мы сейчас сделаем с вами следующее. Мы провяжем 2 раппорта в высоту, и вот здесь сделаем отверстие, и в конце сделаем отверстие. Так что пока 2 раппорта вяжите самостоятельно. Итак, посмотрите, у меня провязаны 2 раппорта. Я решила, что 2 пуговки смысла делать нет. Тут очень маленькое расстояние осталось. Поэтому мы сделаем ее сейчас здесь 1. Вот у меня как раз первый ряд следующего раппорта. И мы сейчас делаем отверстие для пуговицы. Так, первую петельку снимаем, затем 2 лицевых, накид, 2 вместе, кромочная, 2 изнаночных, накид и 2 вместе изнаночной. И дальше все по рисунку. В изнаночном ряду я накид, который сделала на планке, провяжу изнаночной петлей, и на его месте образуется как раз нужная мне дырочка, отверстие для пуговицы. Так, вот лицевой ряд провязан, вот сейчас как раз будет изнаночный. Так, дохожу. Вот у меня последние 5 петель планки. И я вяжу их как до этого. Лицом, потому что мне нужно сохранить рисунок. Все, вот оно наше отверстие для пуговки. Дальше продолжаю вязать на ту же самую высоту, как я и вязала предыдущую планку. Вот такие полочки на спинке у нас с вами, планочки, получились. Так, теперь разворачиваемся и переходим к вязанию переда. Передняя часть вяжется, также продолжается рисунок. Единственное, нам нужно будет в центральной части вывязать горловинку. Горловинку я сделаю на середине, вот здесь у меня 12 планочек, значит, на 6 я начну закрывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Где-то вот здесь я начну закрывать горловину. Потом покажу как. Значит, вы сейчас присоединяетесь и вяжете до середины планочки основным узором. А дальше мы с вами встретимся. Вот посмотрите, я довязала переднюю часть. Выполнила
6 переплетений, закрыла средние 18 петель и по полочкам, по бокам у меня осталось по 16 петель. Всего, как вы помните, было 50. И провязала вверх еще 3 переплетения. Таким образом, высота переда составила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 переплетений. Теперь мне нужно сшить плечевые швы и после этого уже приступить к обвязке. Выворачиваем наше изделие наизнанку и, спрятав все лишние ниточки, начинаем захватывать наши косички, вот у нас закрытие петель, за внутреннюю часть. Сначала я цепляю за внешнюю. Теперь буду за внутреннюю часть прихватывать, чтобы получился красивый шов. Вы можете сшивать любым удобным для вас способом. Это один из вариантов. Я вам показываю, как это делаю я. Может быть, у вас есть более оптимальное решение, тогда вы можете смело им воспользоваться. Сшиваете обе стороны, оба плечевых шва. И после этого мы с вами приступим к обвязыванию. Будем вязать с вами рюши. Вот посмотрите, вот такой красивый ровный шовчик у нас получился с одной стороны и с другой. Теперь мы начнем с вами обвязывать. Давайте с рукавчиков начнем. Рукава нашего бодика. Я начну набирать петли с середины нашей проймы. Буду цеплять за обе половинки петелек. Нам нужно набрать количество петель так, чтобы было их такое количество, чтобы они были кратны 4, делились на 4. И так вот, цепляя за обе половинки, я по кругу набираю петли. Вот таким образом. Я набрала 48 петелек. Надеваю маркер начала ряда и начинаю вязать. Вяжу по такому принципу. Провязываю 3 изнаночных петли. Затем делаю накид и лицевую провязываю. Дальше опять 3 изнаночных петельки, накид, лицевая, 3 изнаночных, накид, лицевая. И так вяжу по кругу. 3 изнаночных, накид, лицевая. Три изнаночных, накид, лицевая. Так вяжу до маркера. Вот я подхожу к концу ряда. 3 изнаночных, накид, лицевая. Следующий ряд я вяжу так, как смотрят петли. Опять провязываю 3 изнаночных, а накид провязываю лицом и следующую лицевую. В этом ряду я не делаю никаких прибавок. Опять 3 изнаночных, лицо, лицо. 3 изнаночных, лицо, лицо. Так вяжу до маркера. Прибавки в виде накидов я буду делать через ряд. Третий ряд провязываем следующим образом. 3 изнаночных, накид, 2 лицевых, 3 изнаночных, накид,
2 лицевых. И так до конца ряда. Еще раз 3 изнаночных, накид, 2 лицевых. Следующий ряд провязываю без прибавок. 3 изнаночных, 1, 2, 3, 3 лицевых. 3 изнаночных, 3 лицевых. Так вяжете до маркера. Следующий ряд у нас идет с прибавкой. Также провязываем в начале 3 изнаночных, делаем прибавку 1, 2, 3 лицевых, опять 3 изнаночных, накид, 3 лицевых, 3 изнаночных, накид, 3 лицевых. Так довязываете до конца ряда, а следующий ряд вяжете без прибавок. И сделаем последнюю прибавку. Провязываем 3 изнаночных, прибавка, 4 лицевых. Опять 3 изнаночных, прибавка, 4 лицевых. Так довязываем до маркера и следующий ряд провязываем без прибавок. Далее я перехожу к закрытию петель. Буду закрывать обычным классическим способом. Первую петельку снимаю, вторую провязываю и первую петлю перекидываю через вторую. Вот таким образом. Закрываю свободно, не стягивая край. Аналогично обвязываете вторую часть рукава и переходите к обвязыванию горловины. Если рукавчики мы обвязывали по кругу, то горловину и нижнюю часть боди обвязываем поворотными рядами, вот таким образом, оставляя рюши по краям. С этой стороны, с этой, и там, где у нас горловина, тоже, вот видите, что мы будем делать? Дальше мы берем нитку с иголкой и пришиваем вот эту часть, соединяем с этой. Вот таким образом. Делаете это вот с этой стороны. Затем выворачиваете, и у вас получится, что кончик рюши зафиксирован. Здесь, здесь и также внизу на ножках. Для чего это нужно? По кругу неудобно, чтобы спокойно пролезала голова ребенка, ничего не стягивала, и спокойно проходили ножки. И так бодик готов. Вот что у меня получилось. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, а также подписывайтесь на канал «Вяжем красиво». Впереди у нас много нового, интересного. До новых встреч! Пока-пока!